Это я, а это мой новый роутер. Это купили, ребята, просто посмотрите. Это 6 антенн. Вау, что, жесть. Короче, 6 антенн, роутер, жесть просто. Еще вот, зарядник такой жесткий. Ха. Ну, короче, прикол, жесткий, да. Но роутер я купил не просто так. Для него мне нужен очень быстрый интернет. И как раз у моего друга тогда шел стрим. Я ему позвонил, и он показал мне этот интернет. Вот вам небольшая нарезка. Все, вот у меня на стриме, вот у меня, короче... Давай, спид-тест. О, вот, а у тебя провод? У тебя провод? Да, у меня провод. Ёма, пинг 3, нормально. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Вы спросите меня, зачем я купил роутер? Очень быстрый интернет. Из этого интернета ко мне приходили домой раз 10, наверное, просто чтобы установить его. Ребята, я просто ничего не буду говорить, просто смотрите. На самом деле мне купили, ребят, я думаю, это вообще жесть. VR. Так, ребят, вот если что, здесь такой жесткий колхоз, я это должен открыть как-то, да? Ладно. Он. Где буду открывать теперь? Открываю там ее, я просто ее... И все, просто, ребят, пошло, поехало. Наконец-то, это долгожданное, я ждал, блин, 3 месяца. Ребята, все, снимаем вот эту всю бандуру. Здесь не вывалится сейчас ничего. Сюда! Так, все, это, конечно, не реклама, но, конечно, хорошо, что с ними деньги. Ема, ребята! Лучше бы я так не делал, но сейчас все опять вывалится. Нормально, опять не распаковал. Блядь, что за тяги? Все, это такое... Ема, ребята, офигеть. Ребята, это, короче, типа накладки на лицо. А, нет, это на сам шлем. Офигеть. Бархатные тяги, ребята. Нормально, да, накладочка? Ну, это фигня полная. Ребята, ну нормально, да? Интересно, как я буду там выглядеть? Ну нормально, да? Ну, нормальные контроллеры, да? Нормально, да? У меня все. Четко. Я что-то оборвал. Уже все, ребят. Это, короче, беспроводная зарядка. Ема, тут... Ну нормальная пленка, да? Ну нормально, главное нормально открывать. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что... Такие вот накладки. Я думал, они понормальнее будут, они какие-то... Ну, R. Вот такая вот коробина здесь, ну типа, ну, прикольно, да? Она реально, типа, тяжелая. Типа, это не зарядка от какого-то смартфона. Офигенно. Ребят, она по ощущениям топовая. Офигеть! Салфетки положили, ребят, салфетки. Не, салфетки топовые. Чисто провода для зарядки контроллера. Короче, ребят, я тут все распаковал. Эти штуки типа нужны для того, чтобы что-то рисовать. Я не знаю, буду ли я что-то делать. Ну ладно, это тоже в сторону. Главное, конечно, это зарядные провода. Ребят, короче, 2 метра тут кабеля такого вот огромного. Ну достаточно. Я просто покажу, как это все выглядит со стороны, да? Ну просто интересно. Здесь вот все накидано. Мой обзор, хэштег... Бедная коробка. Как вы понимаете, это видео-трейлер к большому обзору. А точнее, я там буду тестить VR-игры в Роблоксе. Ну а пока вы можете посмотреть эти ролики!